Здравствуйте, с вами Евгения. Сегодня я буду готовить лимонный десерт «Аваланж». Для приготовления нам понадобится мука, масло сливочное, сахар, яйцо и лимонный сок. Начнем с теста. Возьмем 50 грамм муки, 20 грамм сахара, 40 грамм размягченного сливочного масла и половину яйца. Вторая половина пойдет на крем. Все хорошо перемешиваем. Замешиваем тесто, заворачиваем в пакетик и отправляем настаиваться в холодильник в течение 30 минут. В это время готовим крем. Вливаем половину яйца, 1 целое яйцо, 85 грамм сахара и 3 столовые ложки лимонного сока. Всю массу хорошо взбиваем при помощи миксера. Крем ставим на водяную баню. Постоянно помешиваем, доводим до кипения. Крем должен загустеть. В горячий крем добавляем сливочное масло 80 грамм, размешиваем и отставляем в сторонку, снимая с водяной бани. Когда пришло время, достаем из холодильника тесто. Делим примерно на 5 частей и раскатываем на кружочки толщиной примерно 4 мм. В принципе, форма теста не важна, мы все равно будем потом его крошить. Выкладываем тесто на противень выстеленной бумагой для выпекания и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут. Достаем готовые печеньки и отложим их остывать. Тем временем в миске взбиваем 2 яичных белка и 20 грамм сахара. Желтки нам больше не понадобятся. Сахар лучше добавить ближе к концу, когда белки превратятся в пышную пену. Остывшее печенье разламываем на небольшие кусочки. Достаем стаканчики и начинаем собирать наш десерт. В каждый стаканчик выкладываем слоями лимонный крем, песочная крошка, лимонный крем, крошка. Взбитый белок выкладываем сверху в каждый стаканчик. Для удобства можете использовать 2 ложки. Стакан с десертом ставим в жаропрочную посуду, заливаем кипятком и отправляем в духовку на несколько минут. Духовка также должна быть разогрета до 180 градусов. Десерты вынимайте, когда белки приобретут золотистый цвет. Готовый десерт ненадолго ставим в холодильник. Охлажденный он намного вкуснее. Затем подаем к столу. Приятного аппетита! Попробуйте приготовить сами, у вас обязательно получится. Смотрите наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал овкусе.ру. С вами была Евгения. Пока-пока!